красный свет, охренеть. А тут сапсаны, говорят, ездят, короче. И они все могут умереть. Ну вот ничего их не останавливает, ни гудок, ни звонок. Ну, в общем, может получиться клевый видос, пацаны. Вот, на самом деле не смешно. Ну и снова пошли. Не пойдет. А мясо может покраситься с любой стороны. О, все, зеленый. Власти Москвы, почему вы не строите тут переход? А? Скажите. Вот Виктор, короче, идет. Виктор знает, куда он идет. Виктор идет наводить порядок. Виктор идет сеять закон и добро. Да, ты издалека поснимай. Заезжайте, заезжайте, ребят. Чтоб не мешать, да. А то тут столько места пропадает. О, люди помогают. Вот и все. Виктор, что это такое? Это конусы. Которые загораживали парковку, да? Данный бизнес-центр. Прикольно. Незаконно. Все, порядок наведен? Блин, они большие, так мы их могли в полицию сдать, а так... Ну пусть да, тут постоят, да? Вот и все. Ну что, навели порядок на земле русской? Да. А это у нас были вот пацаны с канала Правостояние. На них надо обязательно подписаться, поставить им лайки, там, репосты, все дела. Наводят порядок на земле русской. Это вот, короче, Витя, который магу ушатал. Вот. А это, короче, Серега. Он магу не ушатывал. Вот. Ну шучу, на самом деле они добрые парни. Они вообще никого не ухатывают. Что ты делаешь, Серег? Короткое видео сейчас надо снять. Ты помощник Москвы, что ли, оформляешь? Они ж не на тротуаре, ты что? Тротуар показывает. Показывает, да? Та женщина говорила, не тротуар. Показывает. Парковка, говорит, тротуар. Ой, фу ты, парковка, говорит, тут. Че, ты не доверяешь той женщине, что ли? Ты не доверяешь той женщине, что ли? Не доверяешь? Думаешь, соврала, да? Или по незнанию, да? Ошиблась. Может, дура просто. Вот что ж ты вот такие слова-то говоришь? Она же к нам по-человечески. Ну как дура? Ух ты ж, ё. Проинспектировали пятерочку. И ничего тут не нашли, кроме небольших недочетов по конфеткам. А именно вот. Но тут они в другой упаковке. Они как бы просроченные, но вряд ли просто они просроченные. Потому что они в другой упаковке. Здрасте, директор по свежести, вы нам нужны. Пойдемте. Будем вас хвалить. Хвалить? Хвалить. И недолго, там сейчас очередь. Хорошо, в общем, меня зовут Павлик, это Сергей. Мы, так сказать, неравнодушные граждане, проинспектировали ваш магазин на просрочку. И не нашли почти ничего. Вот. За это хотим вас похвалить, но... Нашли несколько недочетов. Во-первых, у вас... Где он? Вот, видите? Из тех же срок годности, но не соответствует содержанию коробка. Угу. Так нельзя делать. Поменяйте это, пожалуйста. Да, тут везде так. Вот, ну и все, в принципе. Только конфетки вот. Наведите порядок. Хорошо, и все. Вам. Как вас зовут-то? Меня Зуля. Вот, Зуля, подписывайтесь на канал. Правостояние. Вот. Правостояние, Алрус Ньюс. Поставьте лайк там.
Хорошо. Вот, похвалим вас. Вас рекомендуем. Спасибо. Да. Ну вот видите, можно же держать магазин в приличном состоянии. Пошли, я тут посмотрю. Ну, в общем, вот. А вы говорите, нереально, без просрочки, все дела, нереально уследить. Вот, вполне реально. Сколько мы тут копались? На полчаса, да? Больше, может, даже. Вот. Не детское питание, ничего. Все в сроке годности, даже далеко. То есть нету даже мало еще продуктов, которые последний день. Это у нас пятерочка на... Пятерочка на Большинской, 20... Большой какой? 28. Башиловская. На улице Башиловской 28. Пятерочка на улице Башиловской 28. Это у нас. Ну и все, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм, нажимайте колокольчик и подписывайтесь на канал «Правостояние». Это вот этих пацанов. Вперед! Все ведь? Да, я только так машину стоял. Я говорю, это не парковка. Но куда он поехал, непонятно. Нет, надо парковаться нельзя. Ни в коем случае. Иди спроси с них, почему они парковались на тротуар. Давай. Чтобы больше так не делали. Добрый вечер. Можно заехать на тротуарчик? Могу покупать машину вашу? Что? Ну, покупать вашу машину. На тротуаре находится. Вы находитесь на тротуаре. На тротуаре находится свой. Могу покупать машину? Ну, я думаю, это замечание. Все, видишь, ты добрый, люди к тебе добрые. Все? Все, Витя, ты опять навел порядок на Руси? Да? Да? Вот богатырь такой, видите? Витя, да, там в комментах писали, как он магу ушатал в торговом центре, вообще там набросился на него, как лев, да? Да, лев против. Так, смотрите, пацаны, вот это у нас канал «Правостояние», на них надо подписаться, ссылки в описании. Пацаны дело делают, Витя вообще огонь, наводит порядок везде, где видит вообще. Ссылки все в описании. О, нельзя, нарушители. Витя, догоняй. О, видите, нарушают, ребят, никогда так не делайте, никогда не ездите по зебре на велосипеде, пацаны. Это опасно для вашей жизни и здоровья, и очень бесит водителей, если честно. А вот это обращение. Здрасте, инспектора, вы на тротуаре эвакуируете машины. Так это мы заказываем. Вы заказывали музыку, вы сюда едете? Хорошо, ну вот, видите машины? Вот, правильно. Ждем, ждем, ждем. Спасибо. А так, если не дождемся, надеюсь, что они сработают. Вот, видите, машинки стоят на тротуаре. Но это, кстати, не разметка, это снег. Если присмотреться, то это снег. И грязь. Каршеринг, вот Делимобиль. Сегодня у нас какое? 10 декабря 21:40. Вот. Оштрафуйте, Делимобиль. Здрасте, а вы куда? Привет. Только мешает. Там же парковщик. Где? Опускаться. Чего вы взяли? Я, конечно, очкарик первый день, но я вам точно скажу, что знака здесь нет. Пам-пам-пам.
Девушка, позовите, пожалуйста, директора вашего. Это вы директор у нас, да? Смотрите, вот это все просрочено. И... На самом деле, да, вот цена не соблюдается. Цена не соответствует. Там 29 да. написано, а я подошел, приложил там 30. Во-первых, это оценка. Она то есть можно это есть просроченное, нормально, это то, что люди видят. Да? Ну, посмотрите хотя бы срок годности. Что? На сегодняшний вечер. Сегодня какое число? 27 число. Годен до. Вы понимаете, годен до, что это такое? Это значит то, что вчера вечером это не должно было быть. Все, в принципе. Вы пробили его? Нет. Забирайте это все, списывайте. Я знаю. И цены поменяйте. Хорошо. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться на наш Инстаграм и Телеграм. Там все самое важное. Ну и вот я уже про них говорил, да? Тоже на них подпишитесь. Да, право стояние. Ссылка в описании. Да, ссылка обязательно в описании.